Ничья 2-2. Впечатления о матче какие? Да, добрый день. Двоякие впечатления. С одной стороны, вроде неплохо играли, создавали больше моментов, чем, скажем так, раньше. Неплохо комбинировали, неплохо выглядели атаки, но с другой стороны, нам жалко, что мы расслабились в обороне два раза и два раза получили гол, особенно второй. Обидно, потому что, ну, скажем так, не совсем логичный. Простерл рикошет гол. Одно дело проиграть по делу комбинационно, когда команда не выдерживает. Ну, жалко пропускать от рикошета, тем более с углового. Закономерный счет на поле? Я думаю, Инфопульс заслужил больше на победу. Какие у вас цели на сезон? Ну, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, хотим занять первое место. Ну, или хотя бы пройти в финал. Звучит пусть и громко, но так и наши цели. Тем более, я хотел добавить, что команда довольно долго не играла, ну, как долго, несколько недель не играла в турнирах, поэтому не совсем сыграны сейчас. Только на тренировках собираемся, вот. Но будем надеяться, что вторая, третья игра не будет, как бы, получше, уже сплоченней. Удачи вам, да, все хорошо. Спасибо большое.